На этот раз я сделал кавер на очень известную песню группы FL65. Песня называется «Да буди да будай». Думаю, вы все узнаете. Было весело ее делать. Я немного своего добавил. Особенно в конце. Я вам это покажу. Не то чтобы свое, это как попытка сделать даже некий ремикс из основной мелодии песни. И я впихнул это в свою аранжировку. Надеюсь, это нормально вышло. Надеюсь, это слушабельно. В общем, обзор. Кстати, если интересует, что за музыка играет на фоне, это из прошлого видео. Можете глянуть. А, ой, я забыл сделать, как всегда, вид издалека. Ну, вот так вот это выглядит. Ну что, перейдем к обзору. 3, 2, 1. Первым идет бас с интервалом в октаву. Затем начинается мелодия, самая первая. Затем типа бас, но очень высоко-высоко. Потом та же самая мелодия, только на несколько октав вниз. И начинается такой, как клубный вариант. Начинается как основной. Быстрые барабаны, они будто бы ускоряют всю эту мелодию. Они делают ее живее. Затем куплеты идут. Это бас, который основной идет. Здесь добавил пианино немного. Красивая песня. Затем как основная часть припева. И начинается потихоньку Рубилова. Сначала издалека. И Рубилов переходит. Начинает играть скрипки. А он держит верхнюю мелодию. Начинают сразу вот три варианта основной мелодии. Они сыграны разными инструментами. И когда они совмещаются, вот возникает такая колоритная, не то что колоритная, как яркая смесь. Затем переходим к тому самому ремиксу, который я говорил. Спокойный переход. Барабанный перебор. И идет мощнейшая полифония. Я, получается, как верхние октавы мелодии и нижние октавы мелодии, я их сдвинул между собой. И как будто они друг друга догоняют. Затем отрывки из мелодии. Очень красивая мелодия, очень. Затем завершающая. Все потихоньку переходит к тишине. Тишина у нас построена вот так вот. Ну, это то, что у меня получилось сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Делать эту песню было очень весело. Я радовался, улыбался. Потому что она очень активная, яркая. И она же сама по себе как клубная. Я потихоньку начал вот в ней делать такие, как свои собственные, как ремиксы делать в нем. Как всегда, опыт
Опыт, очень большой опыт. Если в будущем буду делать свои песни, это все пригодится. Как набиваю руку. Надеюсь, вам все это понравилось. Надеюсь, вышло красиво. В общем, так.